В результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами была получена информация о вероятном нахождении группы бандитов в поселке Новый Хушет Ленинского района Махачкалы. В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан, а также задержания боевиков, начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении с 15:30 23 августа контртеррористической операции в Ленинском районе города и введении соответствующего правового режима. В ночь 23 на 24 августа группа боевиков попыталась прорваться сквозь оцепление и покинуть зону действия КТО на легковом автомобиле. Однако на одном из выставленных блокпостов они были выявлены сотрудниками полиции. В ответ на законные требования остановиться, лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате боеконтакта все трое бандитов были нейтрализованы. Один из них предварительно опознан как Абдул Курбанов, 85-го года рождения, являвшийся главарем Ауховской бандгруппы, а затем возглавивший Махачкалинскую банду. По имеющимся в республиканском оперативном штабе НАК данным, он причастен к организации совершения ряда вооруженных нападений и убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к убийству участкового уполномоченного полиции поселка Новый Хушет 17 августа и убийству двух бойцов ОМОНа, а также 14-летнего сына одного из них 21 августа этого года. На месте происшествия обнаружены изъяты два автомата, три пистолета, четыре гранаты, три радиостанции и большое количество боеприпасов. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе спецоперации легкое ранение получил сотрудник ОМОН. Пострадавших среди гражданского населения нет. Благодаря слаженной работе полиции и спецслужб, совершенные бандитам преступление удалось раскрыть в сжатые сроки.